Друзья, всем привет! Не забудьте поставить лайк и подписаться. Существо, похожее на гориллу, попало на кадры документального фильма об оленях, снятого в Канаде. В 2001 году в канадской провинции Квебек режиссер Уильям Рив снял документальный фильм. И лишь когда фильм уже вышел, кто-то случайно разглядел в одной сцене странное существо, больше всего похожее на гориллу или йети. Существо это появляется всего на несколько секунд. С такого расстояния сложно разглядеть что-то подробно, но передняя часть существа, голова и конечности очень напоминают гориллу. Естественно, в Канаде гориллы не водятся, да и приматы в целом не обитают в Северной Америке. Отрывок с этим странным существом был выложен в сеть еще 8 лет назад, но тогда особого внимания не привлек. А вот недавно он по-настоящему завирусился. Режиссер заявил, что в этом месте, кроме его съемочной группы, точно никого не было. Также он опроверг идею о том, что фигура могла быть медведем, указав, что данный район находился на самом севере границы медвежьего ареала, и отметил, что съемочная группа не заметила там ни одного медведя за все время работы. Более того, этот объект, который мы видим, вертикальный и, похоже, бегает на двух ногах, что не характерно, естественно, для медведей. Это видео по кадрам в том числе просмотрели и фанаты йети, и некоторые указывают, что им кажется, что на спине существа сидит его маленький детеныш. А что думаете вы? Друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подпишитесь на канал. Всем пока!